В Черном море у берегов Турции затонуло грузовое судно «Волга-Балт». На борту находились 13 человек, в том числе двое россиян, а также граждане Украины и Азербайджана. На данный момент найдены тела двух погибших, спасены 7 членов экипажа. К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. По данным турецких властей, судно шло под панамским флагом. Сигналы бедствия поступили в 8 утра по московскому времени.